Отсутствие как таковых детских площадок на территории нашего поселка при наличии огромного количества детей разного возрастной категории. А потом котельные. Хотелось бы все-таки, чтобы во всех домах было тепло, потому как некоторые, особенно угловые квартиры, просто вынуждены включать дополнительные источники обогревательных элементов, в том числе тратить на электричество. У нас нет освещения такого, как надо. У нас тротуары отсутствуют. Люди ходят по бетонным плитам до школы. У нас отсутствует пешеходная зона. С такими проблемами жители Мостовика пришли на выездную администрацию в местный Дом культуры. На вопросы отвечали глава округа Дмитрий Акулов, его заместители, депутат Московской областной думы Олег Гаджиев, председатель Совета депутатов Сергиево-Посадского округа Рита Тихомирова, представители правоохранительных и надзорных органов, а также ресурсоснабжающих организаций. Было асфальтовое покрытие, которое после моего обращения сначала заделывали асфальтовой крошкой, и сказали, что выполнили ремонт. Потом, после очередного моего обращения, асфальт, который был отремонтирован асфальтовой крошкой, был отремонтирован асфальтом, ямочным ремонтом. Всего в ходе приема выслушали 80 человек. Большинство вопросов касалось сферы ЖКХ, экологии и благоустройства. Проблема, о которой рассказали несколько человек – качество воды. Люди у нас ездят на родник, покупают, я вижу, молодежь бутылки несут или бабушки, которые не могут на родник съездить. Ну, кто-нибудь совсем никак, ну, вода отвратительна, пить ее так нельзя. Проблему на контроль взяли специалисты МУП «Водоканал». Вместе с управляющей компанией обсудили этот момент. Есть жалобы на 4 дома. В понедельник комиссионно вместе с управляющей компанией лаборатории «Водоканал» в районе там 2-4 часов выйдет сюда, пригласит жителей. Обследуем и в домах, и на вводе в дом, и на станции обезжелезания, посмотрим, что с этим можно сделать. Но я думаю, в течение там 2-3 недель мы решим эту проблему, если она существует. На встречу с представителями власти приехали не только жители поселка Мостовик, но и люди из соседних населенных пунктов. Год не успел начаться, а мы уже с советом депутатов, с областными депутатами выехали на первую встречу с жителями в виде открытой диалога и открытой администрации. Значит, ряд вопросов мы взяли на заметку. Это деревня Желтикова, деревня Лазарева. Где-то нужно решить вопрос с грунтом, где-то нужно, точнее говоря, с отсыпкой дороги, где-то нужно помочь с освещением. А также запланировали уже весенний выезд непосредственно в Васильевске, попросили решить вопрос и по дороге, и по тротуару. Значит, доведем ответ отдельно до каждого заявителя, до каждого, кто пришел. Также люди отметили работу властей Сергиево-Посадского округа по решению вопросов расселения аварийного жилья. Я живу в этом поселке с 2000 года. На протяжении многих лет мы занимались ветхими аварийным жильем. Благодаря Тихомиру и Елене Григорьевне, ее поддержке, ее подсказке, мы этого добились. И первые 6 владельцев ветхого жилья съездили посмотреть квартиру. Но только первые 6 из 16. Надеюсь, мы не останемся без тихого и будем продолжать. Звучали слова благодарности и в адрес управляющей компании «Меркурий». Хочу сказать большое спасибо девочкам, работающим у нас в управляющей компании, за то, что у нас такие елки. Это первый год, что у нас такие елки красивые в поселке. Пусть это складно. За то, что они помогают чистить коробочку, всегда выделяют трактор. За то, что у нас в праздники была горячая и холодная вода. А девчонки до 2 часов ночи стояли у нас здесь, на улице, на холоде. Для того, чтобы поселок спасти, чтобы не замерзли трубы отопления, чтобы работала котельная, чтобы была подача холодной воды на котельную. Пришлось даже нашу башню переключать на МСУшную. Это просто вот по такому холоду. Девчонкам низкий поклон и большое спасибо за это. Выездная администрация – форма общения с жителями, когда людям, живущим на удаленных территориях, не нужно приезжать в администрацию, чтобы решить наболевшие вопросы. Администрация сама приезжает к гражданам. Люди понимают то, что можно обратиться, вопрос решается, и, естественно, от этого появляется еще больше вопросов. То, что, собственно, и сказал сегодня наш президент по поводу того, что становится все вопросов больше и больше. Он говорит, это лишь от того, что
вопросы решаются, и нужно к этому подходить, как, так сказать, это призыв к действию, что нужно дальше трудиться, есть над чем трудиться. Дарья Леонова, Антон Коврижных, ТВР-24.